Эфир. Тема дизайн декорациями, красками. У меня тут даже где-то списочек был, чем я сегодня планирую работать. Заранее ничего не готовила, поэтому сейчас будет такой экспромт. Витражные краски 100% будут. Какие-то декорации. Витражные краски, декорации и, наверное, краски из коллекции Superstar. Очень хорошо сочетаются именно вот эти вот позиции. Из Superstar можно взять любую краску, они все блестящие. Как универсальный вариант мы возьмем золото и серебро. Витражи, кстати, витражи я не приготовила заранее. Ладно, сейчас я первый день сейчас на Кипре. Вернулась сюда на 2 месяца, начинаю здесь работать. Приготовила рабочий стол, но пока еще у меня тут такой небольшой раздрай. Я еще не все материалы приготовила. Симпатично. Я уже все приготовила. Так. Коллекция Superstar. Она вообще выглядит вот так. Но у нас сейчас в виде коллекции этих красок нет. У нас остались поштучно краски. Есть в наличии Silver Diamond. Есть красный воробей, потом розовый единорог и есть вот такое золото. Можно, в принципе, использовать сейчас все 4 варианта красок. Мы с ними будем делать подложку. Итак, первый вариант. Давайте возьмем темное, не хочется, да, потому что все-таки у нас новогодние праздники почти подошли к концу, хотя в январе еще много клиентов ходят с вариантом «все блестит, все красиво по-новогоднему», поэтому давайте возьмем как фон просто белый. Сейчас я найду, куда я типсы положила, приготовила. Беленький фон. Сушим. Лампу не включила сейчас. Одну минуточку. Сушим. Большого значения не имеет, какой кисточкой будем сейчас наносить. Сейчас, наверное, тоненькую сразу возьму. Буду рисовать еще. Дизайн, наверное, сделаем сейчас с дырки. Я помню, когда работала преподавателем еще и вела живые курсы, и вот базовый курс художественной росписи у нас всегда включал элементы дырки. Если ты научился рисовать дырки, значит, ты молодец. Значит, все остальное у тебя 100% получится. И сейчас мы с вами сделаем подложку. Ну, я предлагаю взять Silver Diamond. Видите, они новенькие.
Я сейчас сделаю всего лишь подложку для будущей абстракции. Точечно там, где мне хочется, накладываем серебряные блесточки. Потом мы все это будем обрисовывать и как раз будем тренироваться с вами делать сегодня сложные линии. Но они с одной стороны сложные, с другой стороны простые. Сушим. А теперь пока сохнет, нам нужно взять витражи, витражные краски. Красочки. Принцесса Блю, Мохито, Deep Lake, Браун Гранит, Джестер Ред. А это, не помню, как называется, номер 256. Вы же помните, что раньше, ну, они сейчас есть, кому баночки не нравятся, это краски гель-лаки. Они у нас есть в бутыльках под номерами, а есть вот так в баночках. Состав один и тот же, просто они и не сильно жидкие, но и не сильно густые. Подходят как для бутылька гель-лака, так и для баночки. Но в какой-то момент вот много девочек попросили сделать в баночках, потому что для них густоват оказался очень этот витраж. Поэтому попросили сделать в баночках. Поэтому я вот не знаю, в гель-лаках еще остался этот гель-лак, или он только уже в баночках продается. Но я вот с собой на Кипр взяла только баночки. Вообще, витражи – это то, чем я работаю постоянно. Они всегда нужны. Я всегда говорю, вот если, как я, например, уезжаете куда-то, и вы же не будете всю палитру гель-лаков брать, ну, это нереально. Я всегда говорю, возьмите витражные гель-лаки, 6 штук, которые я вам сейчас показала, белый, черный. Все этого будет достаточно, чтобы делать какой-то, знаете, такой минимальный объем для дизайна ногтей. Вот этого объема будет более чем достаточно. Ну, я, конечно, больше взяла с собой. Ну, как бы всю палитру, конечно, я бы не утащила сюда. Я взяла последние коллекции, какие выходили за последние 2 года. Такой вот. Основной костячок. Так, и принцесса Блю. Так. Вот они классные витражные цвета. Есть на Эми Шоп. Ссылочку на витражи я повешу в описании. Поэтому обязательно переходите в описание, и там вы сразу же попадете на эти продукты, которыми я работаю здесь в прямом эфире. Подписывайтесь, кстати, на канал и ставьте колокольчик, чтобы вам приходило напоминание о прямых эфирах, о выходе новых каких-то видео здесь на канале. Поэтому ставьте колокольчик. Я очень люблю, кстати, YouTube. Я один из таких больших потребителей этого канала. И все, на кого я каналы вот прям подписана, обязательно ставлю всегда колокольчик, чтобы не забыть. Смотрите, я здесь не буду стараться прям четко, где серебро, можно где-то будет выходить. Жалко, конечно, не передает камера, вот этот эффект какой красивый получается. Вживую намного красивее. Так, смотрите, можно подсушить. Так будет лучше. Вот, а потом уже набирать свеженькую красочку. Еще раз напомню, это гель-лак.
по составу. Поэтому банки всегда должны быть закрыты. Смотрите, нельзя работать с открытой банкой. Потому что гель-лак, вы знаете, он очень капризный, реагирует даже на лампу настольную. Вот, поэтому лучше держать всегда закрытым. Выложили на палитру и работаете с палитрой. Ну, где-то я вот так вот специально сделаю, выйду за границы. Сейчас мы подготавливаем только фон для будущей абстракции. Абстракцию мы будем рисовать при помощи линий, которые я называю дырки. Можно чуть-чуть вот где-то подрастушевать. Также предлагаю сейчас просушить сначала. Сушим. И теперь синенький берем. Можно не брать синий, давайте сделаем фиолетовый. Как вам качество вообще эфиров на YouTube? Мне, как эксперту, немножко некомфортно, я никак не могу переключиться на вот этот формат горизонтальный, тяжеловато. Все-таки, когда вертикальная камера, чуть проще. Может, это дело, конечно, привычки. Вот. Но само качество эфира, конечно, прям the best. Так, здесь тоже можно выйти за границы чуть-чуть. Думаю, на этом все. Суши. И дальше мы переходим с вами к росписи. Можно было бы роспись сделать сразу же по дисперсионной пленке. Но я так не люблю. Поэтому я обязательно перед тем, как делать роспись, прохожусь топом без липкости. Вот. И для этого лучше брать Теклос. Ну, девчонки сейчас пишут, что качество бесподобное. Да, мы сейчас 23-й год, будем активно развивать именно прямые эфиры здесь в канале, потому что до этого всегда в этот канал выкладывались уже готовые видео. Сейчас будет больше лайв-трансляций. Кстати, обязательно напишите в комментариях под этим видео, какие бы вы хотели эфиры помимо ногтевых здесь видеть. От меня, например, и от Веры Мирошниченко. Это моя сестра, кто не в курсе. Мы два эксперта ведущих этой компании Эми. Мы сооснователи компании Эми. Я просто недавно столкнулась с вопросом в моем личном аккаунте в Инстаграм. Спрашивают, вы будете выпускать свой личный бренд уходовой линейки? А я такая, знаете, зависла и не поняла, говорю, в смысле? Вот я сейчас рекламирую уходовую линейку. Ну, там, по-моему, скраб я рекламировала, парафин, не помню. Что-то для тела. Я говорю, это и есть, вот бренд. Они, нет, ваш личный бренд. Я говорю, нет, вы, наверное, не в курсе, но Эми – это логотип моего имени и фамилии. Это Екатерина, по-английски Екатерина Мирошниченко. Кто-то пишет, можно дизайн с текстоном и жидкими камнями. Обязательно сделаем. Я себе даже уже текстон приготовила. Ну, давайте тогда не сегодня, потому что в эфире больше одного типса нет смысла показывать. Я уже поняла, у меня как раз здесь все есть. Смотрите, где мой жидкий камень. Ой. Тоже я вот на днях думала. Все-таки хорошо, когда... Мы берем старые технологии, а у нас их очень много, накопилось за эти 20 лет, и на самом деле их просто лучше апгрейдить. Не сидеть ломать голову, что бы такое еще придумать. По факту оно все вокруг вертится того, что мы берем что-то из прошлого, апгрейдим, и получается новое. Новое – это хорошо забытое старое.
Вот, поэтому, да, у меня вот уже на готове есть текстон, есть жидкие камни. Надо обязательно будет, да, поработать. Итак, теклос просох, и теперь можно взять краски. В данном случае я беру без липкости краски. Вот видите, коллекция красок гелевых без липкости M-Pasta. Тоже ссылочку я повешу на краски, на покупку. Периодически ловите, бывают скидки на emishop.ru. Так, предлагаю черненьким сейчас порисовать. Да, рисуем черненьким, берем черненькую M-Pasta. Хотя почему черненький? Да? Давайте возьмем. Здесь вот есть цвет хороший. Пурпур хёт. Пурпурное сердце. Я думаю, что оно даже лучше сюда подойдет. Сейчас мы перемешаем ему пасту. Я, видите, не снимаю пленку, потому что я летаю с этим материалом постоянно. Помните, раньше у нас же краски были в тюбиках, так мне это нравилось. Но у нас очень много жалоб было, то, что крышки лопаются. Вот, а крышки так интересно лопались именно от состава химического краски гелевой. Не выдерживала пластмасса, которая используется при производстве пластмассы для крышек в тюбиках. И пришлось отказаться от этой упаковки. Мне было очень грустно, что мы ушли от тюбиков, правда. Потому что мне, как человеку, который постоянно в движении передвигается, возить все это очень сложно. Екатерина, будет еще выпускать набор жидких камней, которые шли с блестками, нигде не могу найти. Так, это ты, наверное, имеешь в виду Джемти Клер. Да? Вообще хочу. Есть вот продукты, которые вот уже плохо продаются, но они очень классные в свое время были. И вот их нужно просто апгрейдить. Поэтому у нас скоро Джемти Клер прозрачный выходит в новой формуле. И, скорее всего, я уже думала, буду делать новую коллекцию. Как раз начну с блесток Джемти Клер. Все, и пошли делать дырки. Очень хорошее сочетание, когда у нас топ без липкости. Краска M-Pasta, она очень пастозная, она не течет. И вот все это вместе, вот эти факторы, они дают очень удобный инструмент для росписи. И вот многие клиенты бренда, они вот пишут, вот знаете, так интересно, говорят, вот кисточки не все подходят для M-Pasta. Я говорю, все правильно. У нас вот кисточки, которые есть, а их всего две тонкие кисточки, они обе синтетические. Одна белая синтетика. Вторая, вот как я сейчас работаю, 5/0 темная синтетика. Они как иголочки. С одной стороны, они немножко жестковаты. И, например, для гель-лака, для росписи не всегда подходят. А для вот наших красок, особенно для густой M-пасты, я считаю, идеально. Да, хорошо, что напомнили, что нужно перевыпустить набор Джемти с блесточками, сделать новый. Да, я тоже очень давно хочу, не хватает этого. Просто продажи предыдущего Джемти с блестками, они как-то сошли в свое время на нет, и мы его убрали из ассортимента. Надо просто сделать новые колеры, перевыпустить. Тем более сейчас новый химический состав будет. Я так думаю, что вам очень понравится новый химический состав. Мы год ждем этот продукт. Это мы делали не на своем производстве, не на своей лаборатории, а это мы делали как контрактное производство под заказ. И много времени ушло на разработку, потому что мне там нужно было ряд факторов исправить. Мне там кое-что не нравилось в предыдущем Джемти Клер. Вот. И сейчас, мне кажется, получился идеальный продукт. Очень удобный. Смотрите, такие, знаете, психоделические рисунки очень успокаивают нервную систему. И можно, например, загадать какое-нибудь желание. Арт-терапия, слышали? Елена Романова спрашивает, вернется ли в продажу фибербаза. Во-первых, она не уходила у нас никогда. Мы ее и не планировали.
Я после того, как начались все события, которые сейчас происходят у нас в мире, и не только, я объясняла, что есть сейчас небольшие такие моменты, мы над ними работаем, что касается логистики. Вот, в принципе, уже прошло практически 11 месяцев, все уже исправили, подстроились. И фабербаза, уже многие цвета есть в наличии. Просто нужно предзаказ оставлять дистрибьюторам. Фабербаза – это, наверное, один из самых продаваемых продуктов у нас. Есть прям фанаты, кто работает только фабербазой. Есть, например, кто говорит, ой, мне фабербаза не нравится, не стоит вообще ни у одного клиента. Кто-то, наоборот, пишет, господи, я этой фабербазой готова делать всем и совмещаю с гель-лаком, с системой, и с акригелем совмещают, и совмещают с классикой. Вот. Много фанатов фабербазы, и мы ее не планировали убирать. Просто сырье для производства фабербазы находится в такой стране, откуда было проблематично это все завозить. Сейчас все наладилось. Вот, поэтому фабербазы просто отслеживайте. Они появляются. Вот я знаю, что клер скоро будет произведено в большом объеме, либо уже произвели. Напишите этот вопрос, кстати, в комментариях. И я уверена, менеджеры ответят точное число, когда, например, может быть, мы сейчас с вами разговариваем о GMT Clear, господи, а фабербаза прозрачная Clear уже есть в наличии. Вот. Смотрите, это такой арт-терапия, да? Кто слышал про арт-терапию? Можно прорабатывать какие-то травмы, можно прорабатывать желания. Вот почему бы не делать арт-терапию не карандаш и бумага, да? А, например, ногти клиента или типсы и краски гелевые. Эти линии мы называем дырки. Они у нас раньше входили в курс азбука линий базовый художественная роспись. Сейчас, вот который апгрейд сделали, там, по-моему, мы дырки убрали. Но предыдущая версия 2019 года, там дырки, кстати, по-моему, есть. Я повешу в описании ссылку, наверное, на покупку этого курса «Азбука линий». И кому захочется порисовать, потренироваться, прям рекомендую. У нас что 19-й год «Азбука линий», что 2021 года «Азбука линий». Они очень ёмкие курсы. Один курс веду я, второй Наталья Коклюгина. Вот. Очень хороший, подробный, с большим количеством элементов. Там вот если не умеете рисовать, и вам нужно поставить руку, вы себе там хорошо натренируете руку. Так, ну смотрите, я думаю, что вот на этом даже можно было бы остановиться. Как вы считаете, да? Все сушим. Сушим. Теперь хочется добавить декораций. Сейчас я посмотрю, с чем мне хочется сегодня поработать. Так, своя атмосфера. Так, это что у нас с вами за шарликончики? Сейчас я посмотрю. У меня каталог, правда, старый. Так. А, классный шармикончик. Сейчас я посмотрю, есть ли он у меня. Сейчас мы посмотрим. У нас очень много в линии шармиконов всевозможных. Так, можно попробовать этим поработать. Он сюда тоже подойдет хорошо.
Я боюсь просто взять те шармиконы, которых нет в наличии. Поэтому всегда сверяюсь с списками, которые мне дают предварительно. Перед тем, как клеить шармиконы, я могла бы сейчас сразу наклеить шармикон. О, смотрите, девочки, сейчас менеджер сбросил ссылку на покупку прозрачной базы, фабербаза. Вот, видите, я вас не обманула, я просто знаю, что она то ли уже есть в наличии, то ли вот должна вот-вот поступить с производства на склад. Вот, поэтому, вот раз менеджер дал ссылку, значит, есть уже на складе и на Amy Shop, соответственно, и у дистрибьюторов тоже. Так, сейчас я смотрю шармикончик, который мне нужен. Обожаю наши шармикончики. Самые лучшие на свете. Так, для чего нужен теклос? Для чего нужен теклос? Слушайте, девчонки, я, наверное, возьму вот этот шармикон. Он у меня один из самых любимых. Я когда не знаю, чем работать, я всегда беру вот этот. Не верьте слухам. Пришла суета, миленько, вечериночка. Ваше счастье, что я не ваше счастье. Так, а бутылочки... Блин, не успела. А, вот. А бутыльки у этих цветов меняли. Старые были квадратные, неудобные. Остатки материала, кисточки, не знаю, оно уже плоский, классный. Так, смотрите, у нас бутыльки сейчас прямоугольные. Вот, обратите внимание. Вот я сейчас вам вот так покажу. Вот, видите, раньше были квадратные, но таких уже практически продуктов в квадрате не встречаются. Хотя бывает, но редко. Вот, в основном это прямоугольные сейчас. Вот эта часть вытянутая, вот эта сжатая. Кисти мы сделали овальные путем большого числа голосований. Голосовали в каких только... не голосовали в частях, вот, и на удивление, представляете, я думала, что мы будем возвращаться обратно к квадратной кисти, но сколько бы мы ни голосовали, все равно больше процент был за овал, поэтому мы так и остались на овале, вот, и кисточки тоже очень прикольные. Так, шармикончик, 221, настроение. 221 настроение. Когда не знаешь, что приклеить. Ну, к абстракции всегда словечки все эти подходят. Тем более вот такие смешные, веселые. Представляете, я забыла пинцет в России. У меня такое расстройство. Я вообще поняла, что я много чего забыла в России. Мне не надо было вообще ничего вести. Я взяла с дуру некоторый свой инструмент, привезла отсюда. И в итоге я не привезла обратно. У меня теперь нету пинцета. Буду работать вот таким. Так, клеим суетолог. А этот вот так вот поперек наклеим. Называется «Будешь много знать, расстроишься». Вот кто-то пишет, что есть на Amy Shop, я покупала в декабре. Ну, я, видите, девчуля, ассортимент большой, я все прям упомнить не могу. Здесь девочка сидит, она вам отвечает на все вопросы. Слушайте, есть еще шармиконы, к словам, подходят очень классно, это квадраты. Вообще, самые базовые шармиконы – это слова. Вот всегда, не знаете, какие шармиконы купить? Скупайте все, какие есть у нас слова. Покупайте линии. Они всегда нужны, линии. Вот они бывают золото, серебро, белые и черные. Линии всегда нужны. И квадратики. Так, квадраты. Сейчас я найду квадраты.
что я, блин, не все разобрала, что ли. У меня такое чувство, что... Ну, в принципе, можно взять беленькие квадратики. Короче, к словам очень хорошо еще подходят, помимо слов, квадратики. Видите, а квадратов их тоже очень много бывает у нас. Они также в четырех цветах идут. 160. 158. Ну и так далее. Там на Emishop есть квадраты, линии и слова, которые я сейчас показываю. Это точно есть. Я проверяла. Так. И вот квадратики очень хорошо прям иногда дополняют композицию. Потому что вот просто абстрактные линии легко рисовать. А вот честно, вот чистые квадраты нарисовать, прямоугольники, это жесть. Ну, даже мне бывает сложно нарисовать, особенно когда торопишься. А я сегодня чуть-чуть задержалась, перепутала время, потому что у меня же время не такое, как в Москве. Я такая не тороплюсь, думаю, еще до эфира 40 минут, а эфир уже идет 20 минут. Так, ну смотрите, прям вот хорошо таких два акцента, да, добавили. Все, и финалочка. Смотрите, можно взять тот же Теклас. Вот, ну у нас все девочки очень любят ультрашайн. Я, в принципе, тоже склоняюсь к ультрашайну, потому что Теклас, он все-таки каучуковый топ. Резиновые, да, и если, например, ногти смоделированы мягко, или, например, клиент очень активный, там, не знаю, что делает, с утра до вечера дом убирает, коробки разгружает, что-нибудь упаковывает, но активно работает именно ногтями, то вот лучше взять ультрашайн. Он более стеклообразный, единственный момент, имейте в виду, что он горячий, вот, это просто нужно учитывать. Когда наносите, жирно не наносите. Если хочется жирно, тогда 1, 2, 3, 3 секунды и лампу выключите, а потом продолжите полимеризацию. Вот. А вообще ультрашайн, конечно, он классный. Под ним очень долго носится френч, французский маникюр. Вот. Он подходит как для гель-лака, так и для искусственных ногтей, смоделированных классическими системами. Единственное, должны понимать, любые гель-лаки финишные, они все-таки уступают по жесткости классическим. Но сейчас практически никто не работает классическими финишами. Вы заметили? Вот мы все используем. Мы базу используем классическую, скульптуру используем, да. А вот финиши, все, кто классические мастера, все равно мы покупаем все гель-лаковые финиши. Почему? Потому что их проще наносить, они все равно сильнее блестят, вот, но у них есть недостаток. Какие бы они суперустойчивые не были, например, тот же ультрашайн, он достаточно стеклообразный, такой прям, вот прям стекло. Но при этом есть все равно вот этот момент, что если вы сильно нагружаете финиш гель-лаковый, он просто не выдержит нагрузку. И плюс проверяйте. Я всегда говорю, самый такой показатель, работает у вас лампа хорошо или нет, если у вас, у клиентов начинает вдруг затираться финиш повально, скорее всего, лампа уже плохо сушит. Вот она как бы светит, но плоховато сушит. Для финиша гель-лакового нужно идеально... просушка там 2-3 минуты, никакой ни одной минуты, 2-3 минуты прям хорошо сушить. Вот что у нас с вами получилось. Все материалы будут в описании, ссылка на базовый курс художественной росписи «Азбука линии» и 19 год, и 21 год я тоже повешу. Вот, всем хорошего рабочего дня, да, еще ж середина дня. Все, всем пока-пока.